Всем привет, мои хорошие! У нас утро. Дети уже позавтракали. Зехра поела манную кашу, Аслан поела гречневую кашу. И сейчас у них завтрак вместе с нами. Яйца, смятку. Тарелочки пустые, потому что с тарелок они особо не едят. Приходится вот кормить. Ну и, конечно же, как же без мультиков. Наш скромный завтрак. Наши мужчины сегодня должны приехать. Сегодня у нас ветер. Вчера тоже был, но сегодня, по-моему, сильнее даже. Да, Ирашка, ты не кушаешь, да, мамина? Да, Ира, ем ее гальба, да? А основном то он... Это нигде не пропадет. Она только оливки ест. Мои хорошие, пока я здесь протираю веранду, я каждое утро протираю веранду обязательно. Мои что делают сейчас, смотрите. Ирашка, ты что делаешь? Они так мультики смотрят. Мама пока тряпкой машет. Детский сад. Детский. Ты не идешь с нами? Всем привет, мои хорошие. Ты куда пошла? Мы на море идем, Зегра. Я пошла, Зеграшка. Мы идем на море. Аслан с тетей пошли. А ты меня? Аслан даже на встречу идет к сестренке. Йо. Солнышки мои. Счастье мамина. Это мы после дневного сна. Давай, ручку. После дневного сна мы уже ничего не кушаем. Невозможно заставить. У нас прогулки, море и так далее. И где-то ближе к вечеру они едят. Да, сынок? Он свое ведерко тоже несет. Какой умничка. У меня сегодня у нас тепло. 31, по-моему, градус. Но есть ветер. Скорее всего, там у моря будет ветер, как вчера. Ну, хотя бы с песочком поиграют дети. Что такое? Давай мама заберет ведерко. Забрать? Забрать ведерко? Дай к маме, дай. Дай к маме. Спасибо. Иди догоняй тетю. Иди тетю догони. А чему у меня улетела шапка? Давай я одену панамку твою. Давай. Иди догоняй тетю. Иди, мамина, солнышко. Иди. Вся ноги лью. Тетя не слышит. Камень, да. Кам, это на русском камень, и та, это на турецком таш камень. Как-то так у нас. Идешь на море, сынок? Таш, да. Опась! Я возьму солнышко. Ты иди там на море оденем на тебя. Иди, беги за тетей. Давай, беги. А, сбежав. Кстати, сегодня на море практически ничего не снимала. Был ветер, но мы в воду заходили и с Зехрашкой, и с Асланчиком. Асланчик был просто в восторге от волн. Он, оказывается, море с волнами любит больше, чем спокойное море. Вот, пришли с моря, Зехрашка спит, Асланчик смотрит мультики, поел сейчас макарошки с йогуртом и чуть-чуть чесночок. Мой сын очень любит макароны, котлеты, местные маленькие манты, наши пельмени. Все, что вот похоже на макароны с котлетками. Вот все вот это вот он любит. Золовка опять приготовила булочки. Я еле как сдерживаюсь, чтобы не съесть. Она их только вытащила. Как здесь пахнет. Как они пахнут, как они пахнут. Рецепт есть на моем канале. Ой, боже. Это одна порция. В прошлый раз мы готовили, было две порции. Сегодня должны приехать наши
мужчины. Сегодня пятница, кстати. Завтра и послезавтра у нас комендантский час. Завтра до обеда, вроде, если не ошибаюсь. А послезавтра до вечера. Какой у меня серьезный парень растет, видите? Аслан, ты такой серьезный. Загорелый парень он у меня. Он на море со всеми... Он на море со всеми детками играет. Он у меня вообще молодец. Очень коммуникабельный мальчик. И с мальчиками, и с девочками разного возраста он играет. Он находит общий язык. Зехрашка такая недотрога. Не подходи, меня не трогай. Обычно дети как бывает, подходят, хотят там за волосики тронуть, там резиночку тронуть, что-то обнять. Она нет, она не разрешает. Ей это не нравится, она отходит. Она не хочет, чтобы ее лишний раз трогали. Ручки у нее в песке, если будут, в мокром песке, она вот так вот сидит. Это вот что-то. Но если ей нравится ребенок какой-то, то она с удовольствием играет и трогать себя разрешает. А нравится ей мало что. Сегодня Зехрашка вела себя на море просто восхитительно. Очень хорошо вела себя, не капризничала. Вчера она была капризной на море. Ну, Асланчик всегда хорошо себя ведет. С ним вообще никаких проблем на улице нет. Я не могу, какой он у меня серьезный. Смотрите на него. Аслан, ты что такой серьезный? Ну-ну-ну-ну. Ладно, закрываюсь, мои хорошие, вам хорошего настроения. Олум, гюнеш арасы. Аслан там что-то собирает. Аслан! У нас все у нас. Тетя говорит, там солнце, от вечернего солнца ничего страшного не будет. Мы весь день провели на море под солнцем. Это Ататюрк. Молодец. Умничка маменя. Бегин да... Бен гитриджем шимды шейлеры. Уя. Я сейчас пошла домой за мелками. У меня в комментариях кто-то спрашивал, где я купила их. Я их купила на каком-то сайте, сейчас я не знаю на каком, потому что когда мне что-то нужно, я смотрю на сайте akche.com и набираю то, что мне нужно. Там смотрите и выходит то, что вам нужно на разных сайтах у разных продавцов, что сколько стоит, выбираете. Я под видео, если не забуду, напишу еще раз ссылку. На каком сайте я смотрю. Вот они, вот эти мелки, называются Турция. Вот я тоже так же не знала, как что называется. У заловки спросила. Тебешир, дымите, дымите? Называется Тебешир. Набираете на сайте. Даже, может быть, на Гепсибурада тоже есть. Я не знаю точно. Но я смотрела цветные. Ренкли Тебешир смотрела. Так что есть они в Турции. Они чуть-чуть отличаются от тех, которые у нас в России. Они очень быстро заканчиваются. Ничего страшного. Тетя, убегаешь, да? Они там муравьев уничтожают. У нас два дня здесь чуть ли не муравейник образовался. Заловка их травит, травит, а они все равно дорогу сюда находят. Аслан играть хочет. Мы только что с улицы пришли, только что с детской площадки. Зехрашка там листочки все собирает, вот, которые с оливкового дерева падают, листочки. Она собирает. На минуту ждем папу, мужа и дядю Мурата. Ah!
Сайрашка собирает листочки. Что, мамина? Что, бабусь? Во, это что, вертолет? Вертолет улетел, мама. Улетел, солнышко, вертолет. Им моря сегодня не хватило. Да не знает, мамищ. Смотрите на них. Ну как интересно. Зихре и нравится, и знаете, дискомфортно. Она не любит, когда что-то в нее брызгается. Особенно в лицо. Ты ж принцесса моя. Да, Аслана-то мужик растет. Что не нравится? Ну, я ничего не знаю. Я как ненормальная мама, что бы мои дети ни делали, я довольна. Главное, что им хорошо. Золовка моментами с меня офигевает. Ой, как пахнет травка. Топи, 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 топи. Там соседи живут. Топи, 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 топи. Ты мамина клубничка? Клубничка. Пока папа и дядя Мурад устанавливают телевизор новый, чтобы детки мои могли мультики свои на телевизоре смотреть. Мы вот. Ну, Асланчик, конечно же, помогает. Асланчик помогает. Мы с Зихрашкой по травке ходим. У нас сегодня 31 градус. До 3 часов нельзя выходить, но мы выходили все равно. А ну иди посмотри, что они там делают. Иди проверь. Что они там без тебя делали, шумели? Иди проверь быстро, быстро проверь. Первое время она не очень любила здесь по траве ходить, сейчас она уже сама любит. Ляля, да, мамина, это ляля, ляля. Эй, целует она лялю, ой, не могу. Ну, будю. Это стена, чужая стена. Стена. Поможет. Шурупом во рту. Это в ротик не кладут, это сюда закручивают. Видишь, Асланчик? Помощник. Ой, молодец. Зира, иди с другой двери. Ну давай, заходи. Мои хорошие, рубрика, а мы идем на море. Вся семья уже на море. А мы с Зихрашкой были дома. Она спала, у нее был второй дневной сон. Минут 40 она поспала, и сейчас мы идем на море. У нас третий день, сильный ветер, но вода теплая в море. Вот, до 3 часов был комендантский час, а сейчас уже все, свобода действий. Да, Зихрашка? Идем, мамочка.
спит, наверное, после сна, ну, как обычно. Я не знаю, вам, наверное, меня не слышно, потому что очень сильный просто ветер. Говорят, он всю неделю будет. Но, с одной стороны, это очень хорошо, потому что температура в Чишме 31 градусов, 31-32. Если не будет ветра, то будет просто очень душно. Если здесь 31-32, то в Измире, наверное, где-то 35-36 будет. Я знаю точно, там всегда на 3-4-5 градусов больше бывает. Веронь, скажи что-нибудь? Пойдем кукутю. Красивая, да, красивая у тебя панамка. Ну, ты красивее, конечно. С тобой ничего не сравнится. Так, сейчас надо найти своих. Аслан очень любит волны, как выяснилось. Он вчера такой счастливый был, когда мы с ним купались. А папа наш вытаскивает камни и делает дорогу, чтобы можно было спокойно пройти к песку. Здесь вот вначале у берега камни, а дальше песок уже. Зефрашка сидит у мамы на ручке. Вот. Принцесса. Водичка, наверное, попала. Ай-яу, водичка попала. Кто сюдик? Акан. Тима меня. Мы ездили рыбку покупать. Купили рыбку. Моего серьезного мальчика. Посмотрите, какой он. У меня серьезный парень растет. Папа машину ставит. Пойдем, Аслан? Пойдем, солнышко. Пойдем, солнышко. Папа не уезжает, никуда не уходит, папа, солнышко. Никуда папа без тебя не уйдет. Идем, папа машину ставит. Идем. Иди сюда, вот сюда, в стороночку отойди. Вон туда сейчас папа машину поставит. Пойдем. Зефрашка, ты что? Ты что шатаешься, маменя? Принцесса? Şimdi gelmez bunlar eve. Sen öyle giyiyorsun. İnşaatta takılıyor. İnşaatta kim giyer yeni bir şeyler? Yok ya, donanmaya çıkıyor. Senin kızın çok nereye gitti? Kolonya, şey, komşuları. Старшая дочь подарила папе футболку на день папы. Папа уже затяжку на ней поставил. Настройку надел ее, видите ли. Мамина футболистка. А ты молодец, молодец. Умничка. Умница мамина. Yerim seni be. Все соседи любят их. Приходят потискать. Они, конечно, не против.
Вот я 2 минуты оставила девочку с папой. Посмотрите, вся перецарапанная. Вот. Вот о чем я и говорю. Как смотрит папа за детьми. Посмотрите, все лицо в царапинах, руки, ноги. Ребенок упал. Да, мамина, я вижу. Вот. Я вижу. Потом обижается, когда я говорю, что смотреть не умеет. Дядя! Дядя! Да, мамина, дядя! Дядя трактор цветы поливает. Только что она одела мои тапочки сверху своих. Обычно Асланчик там так носит. Она первый раз одела. И топала. Асланчик гимнастикой занимается. Отнара düştü, отнара. Kaldırımda отнара düştü. Belli. Мамина, молодец, умничка, мамина, молодец, молодец. Ты что ползаешь, Зира? Это что такое? Я тоже буду ползать. Зира, смотри, мама тоже ползает. Мама тоже ползает. Да. Кайф. Правда, облезлый педикюр. Дейрашка, что ты там? Листочки опять рвешь? Молодец, молодец. Вот так. Это все охотится за тапочками. Тапочки мамины. Папе несешь, да? Это папа сидит вон там. На этих сидят. Я не могу. Какие они у меня сладкие, какие они у меня вкусные, какие они у меня вкусные. Они смотрят, как дядя с тетей играют в волейбол. Чуть меня не прибили. Ай, сколько счастья. Почему у меня не туда сел? Опа! Çok geri gittin. Çok hoşuna gitti Zehra. Çok hoşuna gitti Zehra. Ay, film o minya. Opa! O an şey kablosuna gelmeyelim ya. Gitti. Atarlar. Teşekkür ederiz. Hoppa. Hoppa. Hoppa.
Gömme beni. Hoppa.